Акция «Наш лес», созданная по инициативе губернатора Московской области, в минувшие выходные прошла на всей территории региона. Отдел экологии администрации Ленинского района создал все условия, чтобы жители нашего муниципалитета смогли принять в ней участие. Местом высадки зеленых насаждений был выбран Расторгуевский парк отдыха. Здесь с помощью сотрудников районной и городской администрации, видновчан и общественных деятелей удалось посадить 150 сосен вблизи Липовой аллеи и 300 кустарников по периметру парка, чтобы оградить его от дороги и выхлопных газов. Вышло очень большое количество людей, за что им несказанное спасибо, за то, что теперь каждый действительно вносит свою лепту и вклад в то, чтобы наш любимый город озеленялся, в том, что он начал новую жизнь. У него начались прогрессивные, положительные действия и динамика в развитии. Стал озеленяться, стал благоустраиваться. Комфорт и досуг для людей стал реализовываться. Горожане всегда любили Расторгуевский парк. Здесь комфортно прогуливаться семьями и дружескими компаниями. Люди посещают его круглый год. Особенно часто сюда приходят жители близлежащих домов, которые тоже приняли участие в акции, чтобы посадить дерево и внести свой вклад в благоустройство парка. Хотим, чтобы наш парк был красивее, чтобы как можно больше деревьев было, чтобы как бы потомство радовалось, дети радовались нашим посадкам. И, как говорится, чистый воздух будет. Когда была объявлена эта акция, я с удовольствием сюда пришел. Если, как говорится, я не доживу, то дети и внуки будут ходить по этим аллеям, любоваться красотой этих сосен, так же, как мы любуемся теми соснами, которые растут по всему Расторгуево. Многодетная семья Собашниковых вышла на акцию всей своей большой семьей. У супружеской пары 6 детей, все учатся в одной из видновских школ. Высаженное в Расторгуеве дерево для них уже 1001-е. Озеленение родного города они считают долгом каждого видновчанина. Делаем, как в книжке написано, большую ямку. Разрыхлим немножко. Думаешь, что наше дерево вырастет, да, дети? Да. Да. Мы все дружно сегодня вышли. Дружно со всей семьей – это редко, потому что времени на этого нет, на это не хватает. Ну и все здесь, и мы здесь. Акция «Наш лес» продлится и в следующем году. Новые деревья будут высажены на тех территориях, которые очистят от сухостоя и аварийных насаждений. А до конца этого года, до наступления холодов, в другой части парка за прудом будет выполнено плановое благоустройство. Сделают пешеходные дорожки, установят освещение и малые архитектурные формы. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.